14 января в 19 часов смотрите прямую трансляцию из Архангельского городского культурного центра, на сцене которого состоится танцевальное представление доброй зимней сказки «Снегурочка». Спорт на телеканале ПС. В прямой трансляции 15 января в 21:30 смотрите чемпионат Архангельска по мини-футболу. В зале спортивного комплекса «Норд-Арена» встретятся команды «Пахарь» и «Динамо». А 17 января все поклонники хоккея с мячом смогут насладиться захватывающей игрой прославленных команд. В 19 часов в прямом эфире телеканала ПС пройдет чемпионат России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги «Водник» и «Кузбасс» из Кемерово. 18 января спортивный клуб «Водник» отметит 90-летний юбилей. На сегодняшний день «Водник» – самая титулованная команда по хоккею с мячом в России. Северяне 9 раз становились чемпионами страны, 6 раз – обладателями Кубка России, 3 раза завоевывали Кубок европейских чемпионов и 2 раза Кубок мира. 18 января в 17 часов смотрите прямую трансляцию из театра драмы, где состоится торжественное мероприятие, посвященное юбилею любимой команды. По вопросам размещения рекламы во время прямых трансляций обращайтесь в редакцию телеканала ПС. Звоните 639-720. Откройте город вместе с нами.